игра сложилась достаточно тяжело. Тяжело, да. Но в любом случае, еще раз, я всегда говорил, победа есть победа. Как обычно я говорю, ребята молодцы, я сейчас их поздравил с победой. Это важные 3 очка для того, чтобы мы дальше боролись. Вот. Ну и самое главное, конечно, я сегодня перед игрой привел им слова легендарного тренера из Ливерпуля, который сказал, что вот такие матчи, они очень важны, и важнее результата сегодня не бывает. То же самое я привел и слова нашего тренера великого, который говорил, результат определяет очень многое. Поэтому ребята сегодня проделали большую работу, поле было очень тяжелое. Первый тайм, возможно, они привыкали к этому полю. Второй тайм очень понравился в комбинационном плане. Какие-то были хорошие розыгрыши, комбинации. Вот и в этом плане, конечно, я доволен. Пока стабилизируется игра, в этом плане ребята молодцы. Я их еще раз поздравляю, поэтому мне какие-то что-либо еще говорить. В этом смысле я, наверное, все сказал им в раздевалке. Также хотел бы, как всегда и говорю, болельщики нас сегодня поддерживали, приехали, поддержали нас. Огромное спасибо. Я много раз уже об этом говорил, что вот такое единение для нашей команды необходимо в плане психологии. И ребята в этом чувствуют такую поддержку, поэтому вот так. Но через такие победы, я уже много раз говорил, нужно проходить. Они очень в эмоциональном плане сильны, и сегодня мы можем сказать так, что ребята заработали эти 3 очка. Заработали своим трудолюбием, старанием и профессиональным отношением к делу. Вот так бы я сказал. В целом, как вы можете оценить игру «Динамо» и готовились ли вы вот к именно к такому футболу, который сегодня показали команды? Да, мы видели, как играет «Динамо», посмотрели их хорошие стороны, посмотрели, какие-то есть минусы. Мы всегда так выбираем плюсы и минусы. «Динамо» такая команда, скажем так, в силовом плане и физическом достаточно хорошо готовы. И вы знаете, всегда очень сложно играть с соперником, который находится в нижней части турнирной таблицы, потому что они по своим, наверное, качествам хотят выиграть в каждом домашнем матче, поэтому сегодня был очень сложный матч. И «Динамо» сегодня в плане силового футбола, в плане вот такого движения, физического состояния, они показали тоже достаточно хороший футбол. Но, повторяю, сегодня торпедовцы, ребята, выиграли, и я их еще раз поздравляю, это заслуженная победа. Александр Генрихович, мы общались с вами после матча с Иртышом, и тогда было 2 нереализованных пенальти Калмыкова и Нитфулина, и вы отметили, что на следующий день будет такое своеобразное определение штатного пенальтиста. Сегодня снова пенальти, к точке подошел Самсонов и, наконец, забил, такой, наверное, груз с плеч спал. А расскажите, пожалуйста, был ли это ваш выбор или это была ситуативная история сегодня? Никакой ситуативной истории не было. Это был сегодня, мы на утренней прогулке решили, мы переговорили с капитаном команды. У нас было сегодня 2 человека, которые должны были бить пенальти. Это наше право определять. И сегодня мы определили, что 2 человека, Рязанцев и Самсонов, будут бить пенальти. Поэтому Самсонов чувствовал себя достаточно уверенно, подошел и пробил, и забил гол, и принес такую, скажем так, победу. Я имею в виду, что наконец-то мы действительно забили с 11-метровой, и, возможно, дальше его будет исполнять, почему бы нет, потому что пробил очень здорово. Возможно или 100%? Повторяю, здесь у нас есть 2 человека, которые определяют. Здесь все зависит от того, что кто как чувствует на футбольном поле. Уверенности в этом плане мы определяем всегда так. 2 человека подходят, и кто-то из них пробьет. Для нас это. Но это наш выбор. Поэтому здесь.
Этим матчем для «Торпедо» началась сложная выездная серия из трех гостевых встреч подряд. Брянск, Нижнекамск, затем матч с «Аланией» в Грозном. Скажите, пожалуйста, как физически себя сейчас чувствуют ребята и что будет определяющим вот в ближайшие дни, потому что действительно придется не столько тренироваться, сколько ездить, летать, адаптироваться к новым обстоятельствам, ну и так далее. Ну, вы знаете, это специфика, наверное, ФНЛ, поэтому ребята должны быть готовы, но для нас сейчас самое главное, конечно, это восстановить ребят, потому что поле было очень тяжелое, они отдали много физических сил, для этого сейчас у нас будет восстановление и плановая подготовка уже к следующему матчу выездного, действительно, вы сказали, вот эти вот выезды, определяющие для нашей команды, поэтому сейчас в этом плане мы, конечно, тоже самое постараемся восстановить ребят, но здесь очень важное всегда имеет огромное значение, это вот психология, что когда команда выигрывает, всегда она восстанавливается гораздо быстрее. Поэтому мы постараемся в этом плане сейчас поработать, восстановить ребята. Вот. Но это действительно так сейчас. Вот эти выезды, но это регламент такой ФНЛ, поэтому от него никуда не денешься. Мы должны быть готовы. Учитывая, что следующий матч уже через 3 дня на 4-й, будет ли достаточно серьезная ротация? Или, в принципе, вот та обойма где-то из 15-16 игроков, с которой вы определились, она и будет задействована в основном? Ну, вы знаете, как ротация ради ротации, это всегда достаточно сложно, но мы только завтра можем посмотреть, доктор нам скажет, потому что обычно после игры всегда происходят какие-то у кого травмы, вот сейчас вот желтая карточка у нас будет пропускать. Конечно, в этом плане мы посмотрим, кто как будет чувствовать в физическом плане, здесь тоже нужно учитывать физическое состояние каждого футболиста. Поэтому здесь вот мы соберемся, через день определим, какие у ребят возможны травмы, кто как чувствует себя, кто как будет восстанавливаться. И тогда уже определим тот состав, который выйдет играть в Нижнекамске. Но, повторяю, здесь самое главное сейчас, конечно, вот стабилизировать состав. Ротация ради ротации, ну, я так не вижу в этом плане каких-либо. А так, конечно, конкуренция нам нужна. Сейчас появляются хорошие молодые футболисты, и мы должны вот эту конкуренцию чувствовать именно от них, для того, чтобы те футболисты, которые ходят в основном составе, они чувствовали конкуренцию. Это необходимо, наверное, в каждом клубе, поэтому мы в этом плане тоже будем работать. Заключительный матч, это был 4-й матч под вашим руководством. Чувствуете ли вы, что ребята постепенно уже начинают привыкать к новым требованиям, что для них уже это становится не в новинку, не в диковинку, и действительно на футбольном поле это уже работает? Ну, пока еще рано говорить, но я чувствую, вот, что в раздевалке, вот я чувствую вот это вот желание у ребят, я вижу по их глазам, что они хотят выходить на футбольное поле и добиваться победы. Вот это на данный момент для меня сейчас самое главное. А в дальнейшем, ну, посмотрим, как будут развиваться события, потому что в футболе все бывает. Я уже много раз говорил, футбол, знаете, можно выиграть, можно проиграть, это мы, я уже об этом много раз говорил, важно как. И любой болельщик простит многое, кроме равнодушия. Вот я к этому стремлюсь ребят привить, для того, чтобы они были неравнодушны. И в этом плане я сейчас вижу определенные сдвиги, что у них вот есть желание добиваться вот таких тяжелых побед. Вот через такие тяжелые игры нужно пройти. Вот тогда уже появится вот та определенная уверенность.